Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Вверх в Самарской области пасмурно и облачно. Осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 4 градуса. Ночью 0, минус 1. Ветер переменный. Южный, юго-западный, северо-восточный. 1,3 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, но обойдется без осадков. В дневное время плюс 2, ночью минус 1 градус. Ветер северо-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, в течение дня дождь и снег. Днем 2 с плюсом, ночью 0 градусов. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде небольшого снега. Днем плюс 2 градуса, ночью нулевая температура и снег. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.